День Республики в 12-й школе праздновали с особым патриотизмом. Учащиеся в честь этого события подготовили творческие номера. Открыли мероприятие своим выступлением флагоносцы. Еще в 1990 году нашими предками в собственность была получена земля, природные богатства края Башкортостана. И вот уже 26 лет жители республики празднуют этот день. С самого детства в 12-й школе учащимся прививают уважение к родине, приобщая к любви замечательной истории края. Национальные танцы и песни в Башкортостане символичны, так как ни одно из традиционных состязаний и мероприятий не проходили без них. На школьном празднике прозвучали и были исполнены прекрасные музыкальные композиции и хореографические номера. В рамках празднования было объявлено о старте новой акции «Ростки добра». Совет старшеклассников во главе с заместителем директора Оксаной Газизовой решили запустить масштабный проект, совершив в течение 3 ближайших лет 100 добрых дел в честь празднования столетия образования республики в марте 2019 года. Есть такая фраза «красота спасет мир», но, как нам кажется, в наше время должна звучать «доброта и красота спасет мир», так как дети, делая добрые дела, становятся сами добрее. Видя положение других людей, то есть пожилых людей, да, пенсионеров, детей с ограниченным возможностью здоровья, в детях это просыпается доброта и милосердие, что в наш век необходимо детям. Каждое совершенное хорошее дело для нуждающихся будет отображено на дереве добра в актовом зале, служащем некой доской почета и стимулирующей всех школьников принимать участие в проекте. Поступило это все от совета старшеклассников, то есть мы такие собрались и подумали, то, что это будет хорошо. Волонтерство, добрые дела – это всегда вело к тому, что мы становились лучше, становились сильнее. Каждый из нас делал что-то для других, потому что все-таки, как ни говори, но мы маленькие песчинки в огромном океане людей, и если кто-то из нас хотя бы сделает этот мир лучше, то он станет лучше для всех других. Я считаю, что это нужно для того, чтобы каждый из нас стал немного добрее. Если каждый из нас будет немного добрее, то и весь мир станет очень добрым. Мы ходим к ветеранам, помогаем им и можем помочь всем тем, кому это необходимо. Гульназ Филатова, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».